освобождение от фашизма всей Европы и окончание Второй мировой войны. Головная станция этого юбилейного позывного находится в Тюрингии, в местечке Хоегейба. Там раньше располагался советский авиационный полк. 36 вертолетов, 75 самолетов и много радиолокационных станций. Сейчас в этом месте нет ничего. В честь памяти о этих советских войсках, стоявших на территории Тюрингии, создан будет открыто завтра, 8 мая, юбилейная радиолюбительская станция. В честь радиолокационных станций, находившихся на этом месте. Я нахожусь в Западной Германии, город Деггендорф, приблизительно 400-500 километров от этого места. Имя мое Валерий, Виктор Альфа, Лима, Эко Радио, позывной Дима, Леонид 2, Жук, Киловатт. Вот полная информация. Полную информацию можете получить на qz.com. Дима Мария, 75 мир. На приеме. Ульяна, радио 0, Галина? Галина, Леонид, Орнольд, Галина, Леонид. Понятно, 0, Галина, Леонид, 5-9, очень громко, спасибо за победу вам, всего доброго. Спасибо, а мы с тобой встречались, пересекались, Юрий, да? Так, всего доброго, 7-3, Дима, Мария, 7-5, мир. Тамара, Николай. Ульяна, Анна, 6, Борис, Тамара, Николай, 5-9. Днем Победы, 9 район. Ульяна, Анна, 9, Сергей. Окей, радио Анна 9, Сергей, радио Тамара 5-9. Вам тоже 73, мира вам, всего доброго. Дима Мария, 75, мир. Елена Ульяна 4. Сколько ватт у вас? Очень высокие деревья у вас. 5-9 плюс 10-15. Очень мощно с вашими 100 ваттами. Молодец. Всего доброго. Отдыха вам и мира. Елена Ульяна 4. Галина Павел. Дробь поля. Дима Мария 7-5. Мир. Всего доброго. 70. Харитон Галей Иван. Ульяна, радио 3, Галина Харитон, 5-9. Роман, Ульяна 3, Валерий. Роман, Ульяна 3, Галина Харитон. Радио Ульяна 3, Галя Харитон, 5-9 вам. Валерий, добрый вечер, вам 5-9. Радио Леонид 3, Щука, Бурежук. Понятно, большое спасибо вам за победу, мира вам. Дима Мария, 7-5, мир.